have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Ладушки. Всем доброго времени суток. Сегодня наши ребята затеяли кое-что, а, собственно, переехать на новую лодку. Мне находиться тут внутри или идти к вам? Что предлагаете? А, внутри находиться, сейчас. Так, ну а я, в принципе, без разницы покупать. Я пока это тут в настройках покопался, я пока ее на второй левел сместил, потом мы купим, которая на третий левел, она попрочнее будет. Хорошо, то есть пока что мы просто увеличиваем наше житейское пространство и огневую мощь, а потом она станет попрочнее, да? Проголосуйте там. Да. Нормально, аресы, которые я успешно присвоил, перенесутся туда? Не знаю. Так. Как я понял, денег у нас теперь нет. Так, ну в принципе там все нужное. Погодите, на подлодке нам есть. Же одному человеку в прошлый раз откусили голову. Насрать. Стой, ты промазал, тебе надо было вправо идти. Надо назначить, чтобы он занимался чем-то, а то красавчик не делает нифига. Пусть тоже... Ты знаешь, что делать, чувак. Подожди, я немножко занят, тут есть этот... Да, господи, не ной, пожалуйста. Так, Минечка, мы ее купили или где? Да, мы ее купили после того, скорее всего, после отплытия все будет нормально, я не уверен. Блин, ну мне до сих пор... Флаг не хочет прогонять свидетелей. Да сейчас, ну все, отстань. Свидетели Иеговых? Где они тут, свидетели? Ну, повсюду ходят. Ладно, вы там, короче, Давай, занимайтесь полезными общественными делами, вернемся, когда у нас будут акшоники. Да откуда сейчас перейти? Так, ребятушки, насколько я понял, что мы только Ура. И это наш новый дом. Да, скажите спасибо капитану. Не забудь взять огнемет, Пром. Спасибо капитану. Чего? Огнемет не забудь взять. И где? Погоди, у нас Илон Маск командует. Откуда, какой огнемет? Я знаю, там Илон Маск раз... О, маски. Не Илон, и просто. О, морфин. 8 штук. У нас в инженерном отсеке есть эти огнеметы. Надо это чисто, чтобы всякие балластные гадины отгонять. Как мне, блин, применить... А, прикинь, у меня не медицинского скилла не хватает, кстати, чтобы применить медицину. Офигенно. Нормально. Я не могу с этим открыть. Стой. Да. Спасибо. Медаль. Так, а они это сбросились просто. Это балласт, окей. Балласты по всей этой раскиданы. Подлодка очень огромная. А, где мне посмотреть карту? ЁПРСТ, сколько тут всего? Фрум, пойдем карту покажу подлодки. Пойдем. А, карта я есть на капитанском мостике. И вот здесь карта. У нас еще есть этот... Доп-подлодка. Engine room, а мость, армори, utility apartment, фонд, midbay, oxygen, reception. Reception! У нас есть reception, чертова, ладно. А, вот, command room. А, это надо будет долго и упорно запоминать. Ладно. Где да нет. Тут армори. А где центр управления пушками? А, пошли, это... Так, пойдем. Это капитанский руб. Вот, видишь, тут снаряд для рельсотрона. Слава, а где конструктор, где конструктор? Подожди. Вот. А, вот они. Раз, два. А, у тебя перископ, да, я так понимаю? А, боже, я забыл. Короче. Да, есть. Почему все с кнопки открывается? Так же неудобно бегать. Простите, пожалуйста, я не преисполнился. Нет, я имею в виду, это не какая-то фишка лодки, это, блин, офигеть, сколько у нас всего. Это шло в подарок с лодкой? Я не понял, ты что, квартиру с мебелью купил? В плане. Ну, то есть, откуда у нас столько ресов? Я понимаю, что мы нищие. Это наши со старой лодки. Тут, нет, тут больше. Ну да. Так тут прям больше. Ты посмотри, тут все забито и всего по 8 максимально настакано. Тихо, офигеть. Тихо. Офигеть. Кто тут это... щиты накрутил? Какие читы? Это при покупке под лодкой тут. Так я и говорю, купил квартиру с мебелью, да? Да.
Вообще, я даже насчет этого что-то... Я вас, кстати, поздравляю с тем, что можете хватать в руки ящики и тащить все ресы по местам, по новым. Ёлки, да ну... Еще в большинстве балластных отсеков есть грузовые модули, в которые можно сложить огромные ящики и ящики забить ресурсами. Тут жевать не переживать, офигеть, смотри на это. Всего просто максимально. Мы можем, в принципе, сейчас пройти до конца игры и больше никогда не возвращаться на базы. Тебе кажется. Да ну нафиг. Я тебе скажу, есть подлог сверху цели. А, бегу, мне теперь 35 лет надо, чтобы добежать до этого. Сорян, сорян. Да не-не-не, ну как бы, это займет некоторое время, пока я привыкну, что где находится. Привыкните, не переживайте. А, еще, я, кстати... На капитанском мостике и в вашей отстрелочной руке расположены скафандры, просто валяются на земле. Да, я видел, спасибо. Подлодка полностью продумана. А, кстати, я считаю то, что пора заняться садоводством. Сколько у нас их вообще? Так это. Сигма, залезь вот в этот ящик. И Фруму не показывай. У нас есть дроп-шаттл, офигеть, ладно. Да. А, да нормально. Что мы? Как думаешь, какие семена посадить? К нам, у нас сверху два чувака. Прям к нам уже в лодку лезут, они в швартовом, они под кеном, я их не могу стрелять по ним. То есть вот эти двое целей, которые вы... Они уже внутри, все, поздравляю. Жесть. Пойду выбивать, у меня есть дробовик. У меня три патрона, я так ничем не зарядился, черт побери. Я тут где-то скафандр оставил. Так, я... Синий скафандр это лучше, чем красный или хуже? Синий это... Он больше защищает, но гораздо медленнее передвигаешься. Вижу, окей. Подтверждаю проник... А чё вы такие большие? А нам где, кстати? Мы сейчас перезапустимся, походу. Видимо, да. Я буду воевать до последнего. И так, три раза я в них выстрелил, отлично, поехали ножом. О, меня сейчас медик спасет? Не, бред какой. Ну да, явно меня не спасти, меня тут это, ну... Я разваливаюсь, ребят. Ладно. Видимо, буквально, судя по количеству крови. А ты еще жив? Ну, пока что. Сейчас уже не буду. Все. Так, да, пока. Все, уехал. Я предлагаю рестарт. Да, давай. Потому что я... Ну, сейчас нас убьют. Неплохо, неплохо. Опять-то скол, сыром говно. Короче. Сидите сразу на пушках, не надо вот это, не геройство. Хорошо, 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 надо сейчас понять, что вообще происходит. Там пушечка так... чуть-чуть не доворачивается, жаль, я бы их прям в этом отсеке и пострелял бы, но... Тебе было, ну, не очень хорошо. Да ладно, стрелять из релицитрона ядеркой по своему же кораблю было довольно весело. Так, нам надо активировать бекон. Угу. Ты по снегу идешь? Да. Как у тебя плохо? Ну не, ну хо-фо. Забавно. Все, ладно. Я сейчас пойму, где какая пушка за что отвечает. Рельсы я понял, это верхние. Короче, потыркайте пока здесь все, я пойду сам посмотрю, что я тут поставил на корабле. Фобос. Почему мы плаваем на корабле, который называется Страх? Так он страх для всех тварей. Да, я это заметил. Как-то панталоны пришлось менять нам. Так, ну что ж, давайте тогда на паузу, пока мы не отправимся дальше, а там... Вы мне сами скажите, когда это готовы будет. Так, мы готовы, смотрите сами. У нас экипаж не маловат сейчас для всего этого? Нет. Нет, хорошо. Так, рельсы у нас находятся одна сверху, одна снизу. Ага, понял. Нифига себе. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, смотрите, это больше на B-17 похоже. На кого? Ну, B-17. По количеству дуэлей и стрелков.
Все, ждем атаку 109-х. Да, 109-е. Чё? Ты как будто не в теме, ну ладно. Я не понял ничего, походу я рил не в теме. Хотя я думаю, на милость от монстров не придется рассчитывать. Да, я практически в этом уверен. Так. General status, selection view и item. Ух ты ж! Блин, если нажимаешь на item finder, и там внизу строка такая, но, блин, лодка при этом выглядит настолько максимально детально, да? Я постарался насчет вот этих вот систем всех. Лодка работает классно. Единственный минус, я, по-моему, переусердствовал с лутом. Ну, лута реально очень много, согласен. А... Хотите, откручу обратно? Не, нормально. Мы это заслужили. Короче, я таскаю рейси фабрикатора, вы там как-нибудь, я в отеле. Ну, Шумсол не справится, столько пушек. Фабрикуешь дела. Ну, мы в случае чего подбежим, я тут рядом бегаю. Так мы же не плывем никуда вроде, да? Мы на месте стоим. Пока что. Ну вот, да, все хорошо. Ладно, тогда вернемся чуть попозже. Удобрение ему залил. Так, ладно, ребятушки, мы вроде как двинулись. О, снаряд за релизатрона валяется. Ну нормально. О! Фига себе ты этот гонщик нелегальный. Интересно все это выглядит. Actually. Жесть, какие же у нас все-таки хорошие тормоза. О! А спереди сиди. Это что за пушка? Из чего? Двойная магнитная. То есть ты кажешь, как обычно, только двойная? Да. Ага, вот сиди на ней, я скажу, когда. Ну, я на противников прям поплыву, ты их расстрелять сможешь спокойно. Ну давай пробуем. Как раз испробуйте. Ну, испробуй, ешь двойную магнитную. Это... Радиус. Действие, это неплохо вроде. Мы же на этот, на. Мы же не на зачистку сейчас, или что, или где? По пути могут быть. Ясен пень. Ладно. Рискнем осторожно! Здрасте. Я забыл тоже, она не видно, не тормозит. Реально, тормозите. Спасибо, а теперь мне очень гораздо легче это ресы доставать. Они так разлетелись друг из дружки, я могу их так легко подбирать. Кром сзади противника. Бегу. Сзади, сверху, снизу, что сзади? Сзади просто. Смотрю. Скорее всего, снизу болт, я еще... Не, сверху, сверху, сзади болт. Угу. Вижу. Одного снял. Капец, он... Попас вроде огромный, а... Все равно трясет при выстрелах. Очень сильно. Серьезно? Воу-воу-воу. Ну, скажу так, снял. Пока ты стреляешь, подбирать маленькие баллончики крайне сложно. Они с двух выстрелов лопаются. Ну это потому что разрывные. На, ну три противника было, сняли, нормально. Блин, классная штука. Работает как часы. Фобос, да. Ну это вы еще не столкнулись с проблемами, которые я не смог этот убрать. Какую? Сами потом узнаете. Блин. Ладно. Хотя нет, сразу расскажу. Небольшая проблемка есть. Нельзя допустить затопление отсека с реактором. Кабум, Рико? Кабума не будет, у нас проводка с реактором. Ну, короче... Сейчас, подожди. Осторожнее. Я больше не буду есть сухарики эти. Я думаю, что это неплохая идея. Я тоже...
ужас. Сейчас тек, надеюсь, ничего плохого не поменяет. Короче, рассказываю. В реактор, если попадает вода, у нас перенапряжение будет. Из-за перенапряжения у нас кабельные коробки выбьет. И вот тогда начнется такая беготня. В смысле, обстановка накаляется. Это я к тому, что это 30% нашего регулярного геймплея по затопленной лодке. Ты че? Тут прям конкретно все будет плохо, вы не понимаете. Я понимаю. Давай мы вынесем наш этот ядерный реактор куда-нибудь вон, за борт. Да, просто. Откуда вода? Это нормально. Это я пошел этот. А, ты пошел за этот аванпост? Не аванпост, как он? Маяк. Beacon Station, да, вижу. А еще у меня есть подозрение, почему у нас все так плохо. Предположительно, это из-за того, что у нас второй ядерный реактор на подлодке есть. Где? И он включен. В челноке. Может, нафиг? Заглушить его? Я уже. Блин, скажите, чтобы сходите кто-нибудь в челнок, почините, пожалуйста, там этот, все. Окей. Сейчас я пойму, как туда добраться. Просто в балласт нижний. Ой, в этот, в шлюз. Предположительно, как раз таки из-за этого и были проблемы, из-за того, что у нас есть этот второй реактор, из-за этого перенапряжение, скорее всего, возникало жесткое такое. Я что-то об этом не подумал, потому что до добавления ничего такого не было. Стой, я не могу его починить? Ребят, у меня проблема. Какая? Два раптора. Я в челноке. Да, не снаружи, они в помещении, так сказать, заперты. Ну, я к тому, что если ты сейчас выбежишь и их ловить нечем, я не там. Хватит по снегу ходить. Блин, ладно, так уж и быть. Че это было? Нас что-то... Все нормально. Меня сейчас просто загрызут, не переживайте. Не надо. Нас что-то бьет. Погоди, а выйти из лодки можно только через челнок. Короче, я вам предлагаю челнок сбросить. Он только мешает, мне кажется. Да? Я как-то... Блин, ладно, сейчас посмотрим, что вообще происходит. Да не ты. Хотя я не уверен. Мне сейчас мешает кровотечение. А что ты с собой никакую медицину-то не взял? Ладно, я на нижней пушке, если что, могу тебя встретить. Я уже на корабле. А, тьфу ты, блин. Если ты уже на корабле, тогда все в порядке, иди лечись. Я одну тварь забрал, одна еще осталась. Ты активировал, не? Нет, я не смог. Я понял, с тобой туда пойти? Да, она одна осталась, я думаю, я смогу. Блин. А где оружейный у нас? Внизу там, где... Под медосеком. Блин, мне бы еще морфина вколоть. Колись. Мне бы нормальная пушка обзавестись, потому что у меня вот эти вот три патрона. Боже, Фрум, там хорошее есть оружие, возьми иди. Так, что происходит вообще? Хорошо. А зачем ты выходил? Блин, СМГшка. Машин пистол. Так, тогда револьвер я пока положу вот сюда. А возьму-ка я себе-ка, наверное-ка. Не, СМКшка будет слишком быстро патроны тратить. Райфл хорошая штука. Блин, у нас есть ассолт райфл, у нас есть томагавк. Усиленный нож, офигенно. Возьму себе тогда этот шотик. И... Это мой шотик, он с полупосаженной батарейкой, тот, который я... Я возьму к нему 6 патронов. Вам остается еще 2 полных шотика и 12 патронов. Нормально? Угу. Хорошо. Ну и кроме остального арсенала. Так.
У нас челнок постоянно будет затапливать? Угу. Почему? Да он же по-другому из него не выйдет. Нет, я имею в виду, что почему из него вода не выкачивается автоматически? Понятия не имею. Предположительно, то, что реактор выключен. Давайте его скинем. Ну так я говорю, только выгоднее будет. Да, давайте. Зайти в капитанскую рубку. Там кнопка «Отплыть» есть, нажмите ее. Андок, я видел, да. Сейчас. Ушел. Балласт. Отлично. А потом его докупить дорого? Mm-mm. Ну, это пофиг. И что такая конструкция, блин, что через него выходить? Ну, не знаю. Есть еще этот шлюз сверху, так что не жалуйтесь. Нафиг челнок, короче, без него нормально. Почему у нас до сих пор звуки, что нас топит? Блин, чувствую, мы не будем на Фобосе игру проходить. Почему? Баганое говнище. Кто в этом виноват, интересно. Хороший вопрос. Хотя я не знаю, можно попробовать. Не, нормально, нормально, короче. У нас чуваки там с отдела со скафандрами не могут выбраться, потому что они не умеют нажать на дверь или на кнопку. И они каждый раз нас застреют. Ладно. Сочувствуем. Да-да-да. Искусственный интеллект такой искусственный. Искусственный, да, интеллект, нет. Алло, а манпост сегодня запустится? Не. А, жесть, реактор взорвался на манпосту. Тогда все получается? Ну, то есть, если он взорвался, он же уже не запустится. Подожди, а как это фиксить реально? Там нужна инженерия 100-500 или что, как это делается? Я чё знаю. А ну что-то рвануло, я не уверен, то что это этот, может там Сигма по мне с рельсотрона выстрелил? Нет, это я выстрелил. Да. А, ты стрелял? Да, один раз, просто посмотри, что... А, понял, похуба. Не за что, я думал, что это реактор до этого рванул, а ты вот этот взрыв принял за реактор. Угу. Я понял, не, все нормально, это я просто посмотреть хотел. Ладно, ребятушки, уходим на ожидание. Ребятушки, а нужны детекторы воды, да? Нет, бабам! К логическому выводу, что в принципе нафиг нам сдалась эта база, которая маяк этот, который не активируется. Мы там провели сколько? Ну, 10-15 точно. И решили, что нам это не надо. Также было принято очень интересное решение по сбрасыванию челнока, потому что ибо нафиг его этот балласт. А у нас течь... А, у нас боты двери не умеют открывать, поэтому течь никто не... Блин, я тут утону сейчас к черту. Где скафандры? А, скафандры все сперли отсюда. Боты нифига не ремонтируют, потому что они не умеют двери открывать. У нас тогда проблемка, блядь. Кто-то на борту. Офигенно. А каким образом... Дышать. Как? Нет, у меня маска, у меня все хорошо. О! У меня маска не на харю оделась, а в ящич легла. А что, можно и по-другому одеть? Ну, она у меня не этот, типа... Не в хранилище, а... Так... Не знаю. А, у нас, да на нас его! Нападают! Как это понимать? Я же одел скафандр. Ром? Кто-то научился воровать скафандр прям с меня.
Меня запиливают вместе с этой тварью, ладно. Пром, пожалуйста, сядь за что-нибудь, застрели. Я пытаюсь сесть за что-нибудь. Да говно, мне стекло поломало. Все, одну снял, по крайней мере одну. Сейчас алло, посмотрим. Гнида, вылезь, это мой корабль, дура. Сверху, снизу, где? У меня внутри мертвая. А, хорошо. Короче, вот тебе за прекрасную оборону подарок. Ты тут залатался уже? Да. Звук воды не останавливается. Все в порядке, мы просто тонем. Не-не-не, все, тут была маленькая микропробоинка, я сам себя обжег, но залатал, нормально. Вот этот звук, который меня бесил, ну то есть реально звук воды, когда он не останавливается, знаешь... У нас нет туалетов, но позывы-то к ним присутствуют. А как ты относишься к тому, что я наверну электрику у люка к скафандрам, чтобы боты там не застревали? Да. Ну, а как сделать эти все люки автоматическими, как они были на том корабле? Это возможно? Почему ко мне бот пришел и отключил этот? Алло. А где свет? Это тот самый еврей из анекдота, да, который этот, нас, походу, который этот, нас запитывается. Выключает свет, пока переворачивает страницу. Ты припарковался к аванпосту? Нет. А это у нас реактор просто сдох. Ну, там же куча стержней, какого черта? Ну, просто никто их не меняет. А у нас ни один инженер не... Минуточку, у нас инженер, который был назначен на смену этого, он сдох, ему голову открызли в прошлый раз. Походу. Блин, как удачно. Тяжело жить инженером на подводке. Я выпустил человека из... Из засады. Блин. Они все в костюмах ходят, хватит жрать наш кислород. Ребят, как вам сказать? Что? Мы тут с Сигмой один момент не прочитали. А, не, нормально. Мы, короче, не могли состыковать. А. Класс. Мы не смогли. Ну ладно. Что ж, это их проблема. Мы не смогли застыковаться, потому что мы не доплывали. Угу. По большей части это было из-за того, что паров устраивался взрыв на корабле или еще какая-нибудь гадость. Угу, угу. А так все нормально. Что за шахты? Что мы тут делаем? А, мы здесь находимся. Блин, логично, как никак. Такой логичный, я не могу. А, ух, вываливаем со штанов. Что, блин? Зачем ты повис-то тут? 6. Я собирался пойти баллон в маске вообще поменять. Жесть, что это наши скафандры валяются? Это наши скафандры валяются, утаскивайте их обратно, пока их аванпостовцы не присвоили. Чуваки, а что это такое? А, это экзоскелет. Это большой папочка, блин. Да. Какая офигенная штука. Дайте два. Пожалуйста. Нормально. Два носить будешь? Один запасной. Мы знаем, что ваша миссия увенчалась успехом. Я знал, что на вас можно положиться. Короче, мне всрато так читать. А, к сожалению, нам теперь нужно обсудить другое, еще более срочное дело. Мы слушаем. Как вы знаете, коалиция назначила награду за голову архипроповедника Яковы Субра. Выполняем заказ. Короче, мужик классный, молодец. И чё? Ну, нужно его спасти. А,
наконец-то кого-то не убить, а спасти. Прикиньте. Ну давай пробовать. Спасательные субры. 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 Сейчас я еще схожу, еще один квест возьму. Тихо-тихо, идя по коридору, вы учуете сладковатый запах. Кто это готовит? Вы принюхиваетесь и обнаруживаете, что аромат исходит из ближайшего вентиляционного отверстия. Внезапно вас одолевает голод. О. Ладно. Давай. Игнорировать эту ароматную песню сирены. Попробовать найти источник запаха. Пробую найти источник запаха. Вы вглядываетесь в том темный вентиляционный ход, чтобы понять, куда он ведет. Бесполезно, здесь вентиляционные ходы соединены. Даже если бы, к примеру, залезть внутрь и попробовать бы последовать за запахом, у вас бы не было бы ни единого шанса найти его источники. Залезть в вентиляцию — отличная мысль! Да. Надо быть, чтобы туда полезть. Я полез. Давай, удачи. Вы без труда снимайте крышку вентиляции и забирайтесь внутрь. Запах становится просто одуряющим. Кто-то кажется, будто он идет отовсюду. В отчаянии вы начинаете ползти, внезапно вентиляционный ход разветвляется вдвое, что-то щелкает у вас в мозгу. Мозгу это неправильно. Я уже так далеко, надо лезть дальше. Вы выбираете направление, продолжаете ползти. Ползти. Внезапно аромат перестает быть таким привлекательным. Сладковатый запах превратился в удушающую приторную гнилостную вонь. В том-то и дело, что так, когда стены начинают смыкаться с обеих сторон. Ваш взор затуманивается, и все погружается во тьму. Последнее, что вы видите, это отдаленно напоминающую гуманоида фигуру, приближающуюся к вашему беспомощному телу. Прощайте. Нормально, я выбрался. Вы приходите в себя за пределами вентиляции. Очень странно, но крышка закрыта наглухо, и нет никаких признаков того, что кто-то вообще проникал в вентиляцию. Быстрый осмотр позволяет вам понять, что вы не ранены, однако мелочи из ваших карманов вообще не понял. А, да забейте, я и так без денег хожу. Это все нормально. Подожди. Дай-ка я проверю, на случай метафетамин никто не употреблял? Нет, вроде. Блин! Слушай, Слак, иди сюда, тут это надо бы докторам помочь. В кои-то веки я помогаю. А у нас, кстати, доктора съели, а так... Да. А, нет, меня... Подпусали, про меня, нормально. Ну что здесь происходит? Справа там надо починить, а то я не могу выпускать из рук ящички, а то их украдут и скажут, что это их. Они так любят делать. Так, я уже... Есть исследовательская лаборатория, у нас там есть тварь, которая превратила... На, подержи. Вот это. А что починить-то надо? Вот это подержи. Интересно. Ладно. А как ладно, чинить? Ребят, сейчас скоро вернемся. Так, ребят, мы возвращаемся с очень интересными новостями. Чё там, какое у нас задание еще раз? На камеру, пожалуйста. Короче, этот аванпост покинуть. Мы должны вернуть сюда жизнь и выселить тех, кто живет здесь нелегально. Мигранты в Средней Азии. Там мигранты, цыгане, кто там еще? Чучмеки всякие. Ого. Но мы... Кто мы? Чего освободители. Мы хотим? Скины, это походу. Мы освободители. Судя по твоей речи, мы теперь скины. А, ребят. Учитывая некие события последних трех лет, слова освободитель воспринимаются немножечко искривленно мировым сообществом. Так, ладно, поехали. Наша задача просто приплыть на тот аванпост. Ну, и устранить всех негодных. Это... Блин. Я уверен, что местные обитатели нацисты. Сигма, ты постоянно с чемоданчиками? Такой деловой человек. Как не посмотрю на тебя, постоянно с двумя дипломатами. Ой. Ты что спирил? В них все, что успешно было сперто. Все, что сперто, непосильным трудом. Стой! Да-да-да. Что такое? Подлодка хорошо тормозит урон, не переживай. Ну, это скорость была пугающей. Я тоже испугался. Я просто сижу сейчас на передней пушке, и мне это все с первых рядов прям... Фрум, у меня в комнате стекло, я больше всех переживаю за то, что я долбанусь об какой-нибудь камень.
Это знаешь синдром водителя, что каждый раз, если будет угроза попасть в аварию, ты будешь подставлять пассажирскую дверь. Ну, Ром, ты понимаешь, если я ударюсь, меня затопит нахрен. А, у тебя есть... Опа! Нижнюю, на нижнюю кто-нибудь! На заднюю я бы даже уже сказал. Да. Это не то все. По-моему, это гораздо быстрее. Я чувствую, мы шторм червя финального будем пролетать просто. Ну, я пострелял по твари. Не-не-не, ребят, гром червя мы будем убивать, не переживайте. Ботварь. Я просто... Просто он, у нас на корабле есть функция, которая не позволит нам сбежать. Я, короче, нажму одну кнопочку, и у нас отключатся провода. А я не скажу вам, где эта кнопочка. Не надо, не нажимать, не... А я это... Я потом все включу, когда мы убьем шторм червя. Офигенно, ты придумал, а конденсаторы мы чем заряжать будем? В плане. Ну так. Ну так-то она, пусть от энергии работает. Она управление так... под лодкой только отключает. У нас все одно погрызено, блин. Пофиг. Приятного аппетита. А чё мы никак не доплывем? Где оно там находится? Заперся тут за пятью дверями. 120 метров. Ой, будьте готовы сейчас штурмом брать. Сел на верхнюю. Да не, не в таком плане. А, фу ты, блин, я думал, там сейчас... Мы сейчас стыковаться будем. Пираты и все дела. Мы на абордаж берем их станцию. Если люди, не переживайте, они плохие, стреляйте. Не переживем. Если твари, то все равно стреляйте. Переживем. Да, алло, стыкуйся. А что это за горб такой, что здесь нет ничего, ладно. Ты не хочешь вылечиться? Подожди, мы прям пристыковались. Да. Жесть, зачистка? Что зачистка? Резня. Будет? Угу. Тогда даже... Я бы броньку тогда одел бы, что ли? Стоп, ребята. Сейчас готовимся. Я должен вам сообщить, здесь будет один человек, которого мы должны сохранить живым. Да, блин, молись, чтобы он мне на глаза не попался. Он нам дорог как память. Да, в плане, если он выживет, за него деньги дадут. Хорошо. Музыка такая изменилась, прикольно. Ну я говорю, вы это там... Очень быстро говорите, по кому не надо стрелять, я не разбираюсь. Я не уверен. Там вроде бы заброшено, он пост был, но у меня сейчас малейшее подозрение. Где моя любимая музыка? А вот она. А почему такая загрузка долгая? Да, ребята, аванпост явно заброшен. Нормально! Не лезь, Фрум, не лезь! Да подождите, подождите, я еще не прибежал. Что ты хочешь? Я иду за броней. Надо за броней сходить, за оружием сходить. Подожди, ну, оружие-то у меня всегда с собой, а где бронька-то? В этом, в арморе? Ну, так там этот... А чё, кто идет в броне Джаггера? Ёлки, Айрон Хелмет. Хорошо придумал. Мейкшир, ох ты ж ё. Ща лику, наверное, здесь. Погоди, оставлю. Это шотган шелс? Блин, если бы она была красная, еще вообще круто было. Всё, я полностью готов. Ёпрсте. Церемониальный меч? Что, блин? Фрум, одевайся в этот. Во что, в Джаггернаута? В Джагу. Я в Джаге. Тут есть тут большая, у него большая джага. Знаете, здесь в джаге всего. Фум, стол, подожди. Меня подожди, пожалуйста. Да я тут, я просто наверх лезу, если там ничего брать больше не надо. Смотрю, что есть. Я запас еще патрончиками нашел, отлично, а так все хорошо. Можно, пожалуйста, там на заднем фоне, это прям обязательно или нет? Да, что ты своей сестре, боже, задолбал. А, да забей, когда запись начнется. А, ты прям в этом пойдешь, а оно по лестнице лазит? Ну тогда, да. А как ты пролезешь? Да тут лифт, стой, это же лифт не для того, чтобы ехать. Нет, не жми. Блин, ребят, мне подхилиться, наверное. Да, я тебе это искал, когда мы причалили. Скажите, когда идем. Давай. Блин, чел, на самом деле у тебя в этой штуке просто... Это, кислород... Ну, типа, есть, а у нас нету. Он идет первым. Мне. Погоди, все то, что у тебя внутри, это груз? Или это то, что тебе нужно, чтобы оно функционировало?
Понятия не имею, если честно. Нажми, посмотри. Короче, топливный стержень и кислородный баллон, все для функционирования. Так что мы ползем, все, начинается? Да, 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 да. Ну что, ребят, тогда историческая фраза, мы в восторге? Подождите. У нас этот Биг Дэдди. Ну да. Если есть один Биг Дэдди, то мы можем кричать как девчонки, и нам ничего не будет. Ура, ура, ура. Ура, ура, ура. Жизнь шуршит, конечно, когда ходит. Блин, а как мы тут кого-то собрались спасать? Вы посмотрите на это место, тут же явно никого не... Ух ты ж, чё. Можно это запустить? Если что, стреляй ему в затылок. Оп, 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 что это было, что это было? О, там скафандр хороший, ну ладно. Так, тихо, ребят. Ты чинишь, ага. Идут! Жесть, минус голова репа. Отлетела. Мы это чиним или нет? Да. Блин, Сигба, ты бы нам помог починить это. Ты бы постоял на стрёме, наверное, а? Да, да, да. Чел, 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 ту! Тихо, тихо, тихо. Достижение ксеноцид. Там за стенкой, только не бей его, подожди. А мы не знаем, что это. Я оружие наготове, быстро убираемся отсюда, иди вперед. Яков Субра с нами. Это он, да. Да, 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 свои, свои. Так, не тыкайте те кнопки, я бы не стал на вашем месте. Вы уходите, что ли? Не чините это? Да, я хочу очки получить. А, осознал. Мы сейчас вернемся, все нормально. Не, просто если вообще сваливайте, говорите, я догоню. Если это, то... Не, мы на разведку. Мы потом еще вынесем из все ресы. Окей, значит, сначала пока зачищаем. Подождите. А где резня? Боже, посмотрите на это! Слышь, Сигма, впихай себе все в этот грузовой отсек. Офигеть, сколько тут всего! Там забито. Извиняйте. Опа. Че происходит? Так, пропусти. А, хотя ладно, добьешь. Жесть. Так, я голова там понахватал все, что только можно было, потом вернете, заберете. Вы на третьем? Понятно. Так, такое ощущение, как будто кто-то пытается на нас миндально влиять. Миндально. У вас нет такого? Внизу что-то... А так, а что с реактором? А, все же нормально. Застрелено. А вы где? Досаный проход. Ненавижу его. Упадешь. А, нормально так. Стержень, кстати, в реакторе есть. Копьё Архава! Жесть. Я первый раз такие реликвии вижу. Тут хаск. Джентльмены, у меня военный вражеский. Иду. Я без понятия, где ты. Я только слышу звуки, но я не знаю, где ты. Так, где он? Внизу, сейчас иду. Оп! Бля, у этого приехавшего гранатомет! Я его застрелил. Одного я брошу. Ранен. Держись. У меня с собой медикаменты, тебе надо? Костюм, да, очень даже. Как мне их тебе передать? Стой. Просто вкали, у меня еще в костюме да. Этот кислород кончился. В костюме кислорода нет. Кислород дам сейчас. Так, ребят. Там банки-то есть, только я не знаю, как вставить их. Да, я поставлю. Давай. Ты живой? Нормально? Блин, мне броник мешает. Теперь у меня будет зависимость, конечно, но пойдет, я хотя бы не сдохну. Ну извини, я вколол все, что было. Как вылезти? Подожди. А. Откуда у тебя столько баллонов? Они были... Тут валялись. Жесть. То есть мы сейчас зачищаем, потом просто возвращаемся, снимаем армор и уже потом ходим по-человечески. Да, да, да. Ну, так, ладно, одного чувачка я там убил. Вы еще сколько? 2-3 убили? А жесть, а Сигма? Сигма, ты чё?
Нормально. Подождите! Фрум, вкали мне что-нибудь! Быстро! Морфин, морфин в голову мне! Быстро, я сейчас сдохну! Меня выстрелил в затылок кто-то! Я, потому что ты выбежал прямо передо мной! Еще раз так сделаешь, вы останетесь без башки явно. Хорошо, что я всю эту хрень спер с медотсека. Вот это прям удачненько. Боже, я думал, я сейчас умру. По-моему, чисто. Мне как раз 3 патрона на револьвер не хватало, спасибо. Там лежат 3 штуки. Блин, я что, на лайфлайне сегодня играю? Ну ладно. Плане. А что за вброс? Не, ничего, подошел одного, спас, откачал, подошел второго, спас, откачал. Да я так испугал. О, топливный стержень отличного качества. Жесть. А я могу? Я, блин, может, Якуба, ой, Якова. Якуб. Можно как-то на нас нанять? Чтобы может быть, с нами... Я чувствую озноб, так, тихо, ребят. Тихо, там что? А, тьфу ты, блин, это вы бежите. Озноб? Я движение увидел, да. И думаю... Стой на месте, дай посмотри. Интересно, почему ты озноб чувствуешь? Странно, да? Может, из-за наркотической хороший зависимости? Хороший вопрос, учитывая то, что я этот, обжёгся. По моим предположениям, все мертво уже. Стержень я забрал. Я предположил раньше. То, что мертво умереть не может. А тут откуда-то вода. Да, нормально. Так, я мы уползаем на базу, скидываем броню, да, и нормально по-человечески лутаемся. А, жесть ты военных тут раскромсал. Молодец. Да. Ну я думаю, что вода из-за того, что мы где-то стены прострелили, вот и все. Да. Я там очень активно воевал. Стой, это надо починить. Я починю сейчас, подожди. Окей. Там этот, поломка, наверное, из-за того, что один из них по мне из гранатомета выстрелил. Я заражен тварями. Тихо. А это лечится, не переживай. Заражение паразитами. Все лечится. Ну прям из дробовика? Я полечу, у нас есть медикаменты. Конечно. Даже не так. Слышь, иди одень этот... Кого? Костюм. Я пошел Джаггера сниму. Этого. Там, короче, есть на подлодке у моей руки лишний костюм. Вот этого дауна. Даунов. А, этих? Культистов? Культистов, да. Так где он у тебя? У меня в рубке где-то. Где мне эти... Как мне эти медикаменты-то? Где-то. Как... Ля. Куда мне их сложить-то, ёлки-палки? А где? Тут все забито. У тебя в рубке только медальки. Кстати, медалек полно, мог бы раздать людям. Не-не-не, так это... Отстаньте. Там это... Да-да-да. Он жадный. Угу. Какие сраные оружия я забыл? Блин, Сигма, тебя обрадовать или не обрадовать? Давай, желательно быстрее. Ты меня гаечным ключом? Радовать собрался, да? Вылить. Ты этот, адептус механику все, давай радуйся. А, да? Я теперь этот? Мне написали то, что я этот... I am the cure. Вылечите инфекцию Хаска. Я, то есть, мог стать одним из них, да? Да, запросто. Да. Ребята, так, ну тут вы стержень с этот 7% его убрать как-то. Блин. Не стартировал, еще не успел. Да нет, мне просто броньку снять, вы заняли место, и мне теперь некуда броньку снять сейчас. Да выкиньте его на пол, вот эти сутки. Короче, у нас где-то на корабле валяется костюм этого. Слушайте, ребят, я не хочу мусорить, но я вот тут вот поскидываю, у меня тут куча медикаментов и... У нас что-то... Яков застрял. Потому что у меня просто места под них нет, и у нас все шкафы. Короче, кто первый на корабле найдет костюм этого, сектанта не нашел. Ребят. А зачем нам костюм сектантов? Он защищает от хасков. Так мы же их перебили все, не? Так, на следующий раз. А, ну в следующий раз, да, эта тема. Ребят, придите, заберите дробовик и гранатомет у трупов. Тут бедолаг разнесло. Сейчас схожу. Что моими выстрелами, что их уже выстрелами. Там с трупом подберите. Так, Сигма, юперный театр, остановись. Варюга, положись сейчас же обратно. Чё? Чё, поехавший? Чё там делаете?
А меня в воровстве упрекают. Я предлагаю его застрелить. Я бы мог его прям вместе со всеми здесь положить. Фактиш. Резиновый патрон для дробовика. Нормально, мы для этого. Мы крадем у коалиции, и он нам что-то заявляет. Ты даун или что, в тебя с гранатомета выстрелить? А он ведь есть. Электрошокер, кстати, есть у нас. Почему гарпуны нельзя в этот положить? Большие слишком. Возможно. Ну ладно, пусть валяются. Здесь на этом... Жесть, тут два урана лежит. Тут гаечный ключ отличного качества. Отлично. Я возьму. Там это, надо еще осмотреть разорванных хапков. Магнезиум, блэкпейн. О, нет, уйди от меня. Здесь зачистка проведена некачественно. Зачистка некачественная, ребят, помогите. Что такое? Бегу под лодки. Зачем? У меня этот враждебный СБшник на хвосте. Какого фига? Серьезно? Да. А где я его не вижу? Не знаю, он за мной рванул тогда. Я ушел. Лёг, не да. Я тут живых не вижу. Да то я кучу всего напер. Лима. Ты напер? Так. Чё думаете насчет того, чтобы уходить отсюда? Мне здесь просто не очень нравится. На самом деле, слушай, мне прям очень-очень здесь не нравится. Неплохо мы, конечно, постреляли, но я такой бы, чтобы не задерживался. Здесь столько ресов, что мне здесь очень нравится. Блин, у нас механические повреждения, серьезно? Почему у нас начинает все гнить нафиг? Так, ребят, предлагаю срочно этот, стартовать отсюда. Давай, я пока все чиню, валить. Да ну, блин. Нормально. Капец, Нормально. Что-то там не то я было, устроил подождите. Я устроил резню, мне даже полутаться не дали. Да мы большую часть забрали. Я две сумки всего вынес. Если ты не открутил последнюю шестеренку, это не значит, что тебе не дали полутаться. Я всего два ящика обыскал и всех, кого я убил. Почти всех, кого я убил. А чё здесь СБшники местные ходят вместе с хасками? Им вообще нормально? Нормально, да. Они... Надо было дробовик выхватывать и стрелять в него. Они пришли тоже за этим челом, которого мы спасли. Они хотели убить, а мы его спасли. Ага. Ну хасков они не трогали. Пришли позже нас. Да прогрузи же ж ты же, будь человеком. Блин. Вообще надо было по факту на той локации заканчивать, по-моему, у нас время уже что, вышло. Эфир, да. Фром, что по эфирному времени? Так, ребят, у меня тут очень интересная информация вылезла. Типа, фух, я волновался там на секундочку. Я думаю, что ты не будешь против, если я задержусь тут на некоторое время. Пока мы не оторвемся от этих охотников за головами. И у меня единственный вариант ответа, да пожалуйста, устраивайся поудобней. Спасибо, я выскочу на следующей локации. За борт? На следующей локации. Так, ребят, давайте быстренько до следующей локации доплывем. И что вообще, не, серьезно, вот это лицо сатаны, которое было, да? Да. Я когда с ним разговаривал и со всеми. Ну, кто ближе был? Серьезно. Мы же главные представители этой подлодки. Серьезно. Знал бы, что у него такое лицо, бы его застрелил. Неудивительно, что он в такой компании там сидел. Он не по своей воле там сидел. Ребят, снизу цели! Пипец! Иглоколы! Игловколы, блин. Я там вообще... У меня передоз, блядь. Прям у меня на пушке, чувак. Я ничего ему сделать не могу. Чувствую. А, не, могу! Ой, чё? Ребят, кого? Проблематично управлять подлодкой, я блюю. Я хотел сказать, кого блевануло. Второго иглокола не вижу. Одного убил, а второго не вижу.
Очень проблематично управлять подлодкой. Вообще очень неудобно. Постарайся на кнопки не наплевать. Уже. Мне кажется, блин, оно внутри. Так они не могут жить без воды. Вот это нормально. Это шиглы и твари с иглами были? Ну что-то да, такое неприятное. Понял. Сейчас этот фертилайзер выкину. Проплывали мимо шахты, там в шахте какие-то твари мелкие сидят, первый раз таких маленьких вижу. Блин, бойтесь балластной флоры, через зону обитания балластной флоры проплываем. Теперь у нас есть огнеметы, вообще нефиг делать. Я не получил свой огнемет, прошу. Возьми, их там много. В инженерном отсеке валяется. Сейчас, а где батарейки, не подскажете? Где кислородный генератор? Там очень много зарядных станций для батарей. Ага, вижу. Если поменяю тогда. Так, я думаю, вы... Я иду, вижу, что-то из этого торчит. Из-под балласта, а там инженер сидел все это время. Ну они же не вылазят, серьезно. Так, инженерный отсек сюда вроде. Бедный инженер. Нет, не сюда. В балласте забыли. Я до сих пор буду путаться. В Бартраме у инженера есть только два пути. Ну что, как там у тебя с опустошением чаши и всем прочим? Пока не очень понятно. По секрету скажу, остальные считают, что с тобой все уже... Что? Да нет, что-то сделал, я там с типом болтал. Да нормально, нормально. Все очень плохо. Я не виноват, если что. Да-да-да. Подлодка плывет без капитана сама по себе. Так и есть. На автопилоте. Я не успел найти эти огнеплюйки. Ладно, сейчас посмотрим. Сорян, я не специально. Ничего, все хорошо. Блин. Очень жаль. Что? Ну, мы полностью разговор не смогли послушать. Ты там случайно не заскринил, не записывал, ничего? Ну, я аж не успел его прочитать просто. Да, я понял. Я его начал читать, и вот второе. Скажу по секрету, и флаг оборвал. Офигенно, блин. Скажу по секрету. Так, ладно, ребятушки, думаю, тогда на такой интригующей ноте мы будем заканчивать эту серию, что думаете? Продолжения не будет. Ну, конкретно эта история. Да, эта история, к сожалению, останется в прошлом, но нас ожидают другие истории и другие приключения. В этот раз геймплей достаточно сильно отличался от того, что... В следующий раз мы пойдем убивать монстра бездны. Да. Так что это такой небольшой тизер. Следующим заданием... У нас будет прохождение по маршруту, где находится охотничья гильдия. И обитает какое-либо чучело из бездны. Крутяк, крутяк. Все, ребятушки, тогда на этом будем закругляться. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра, всем ладушек. Всем покеда. Адью. До свидания.